Оборудование готово. Эти защитные очки, используемые оператором. Это защитные очки, используемые пациентом. Это ножная педаль, которую нужно нажать во время лечения. Это ключ устройства. Ставьте обрабатывающую головку 4,5 вручку обработки. Сначала надавите на голову обрабатывающей рукоятки назад. Затем поместите 4,5 обрабатывающую головку в ручку обработки. То есть установка завершена. Подключите линию обработки к устройству, выровняйте баз и плотно соедините его. Подключите шнур питания и включите переключатель. Запишите имя и номер телефона пациента, имя оператора, затем мы начнем лечение. Обычно мы рекомендуем выбрать начальную обработку 4,5, чтобы начать лечение. Если клиенту нужны лучшие результаты, он может выбрать головку лечения 3. Это переключатель регулировки яркости плюс. Это расстояние до точки, рекомендуется 1. Энергия обычно рекомендуется начинать с 0,45 джоуля. Длина рекомендуется использовать 25. Это общее количество процедур. Когда мы хотим начать лечение, нажмите «Ready» и загорится рабочая поверхность. Когда мы хотим закончить лечение, нажмите «End Treatment». Нарисуйте область обработки. Область вилки не может быть обработана. Используйте ширину обработки обрабатывающей головки как единицу для рисования линий.
способ рисования шеи такой же, как и лицо. Способ рисования шеи такой же, как и лицо. Нанесите однородный гель в область обработки перед обработкой. Нажмите «Готов загорится контрольная головка», накройте гель и поднимите кожу клиента вверх, затем начните лечение. Этап обработки состоит в том, чтобы перемещать обрабатывающую головку горизонтально снизу вверх, шаг за шагом. Каждый шаг должен быть нажат одним переключателем и, наконец, вертикальная обрабатывающая головка обрабатывается один раз. Теперь замените полтора обрабатывающей головки на дисплей. Снимите 4,5 обрабатывающую головку и установите полтора обрабатывающей головки. Режим лечения 1,5. Предложение энергии начинается с 0,2 G. Расстояние точки должно быть 1, а длина 1,14. Жмите «Ready», загорится контрольная головка, накройте гель и поднимите кожу клиента вверх, затем начните лечение. Стадии обработки такие же, как и 4,5 головы. Оператор может постепенно корректировать энергию в соответствии с чувствами клиента. Покажите эффект головки для лечения 3 и установите ее. Теперь это режим лечения 3. Максимальная энергия равна 75 G. Рекомендуется выбрать 0,4 G. Длина 25. Точечное расстояние равно 1 и энергия может постепенно увеличиваться в соответствии с ощущением клиента. Наконец, выключите питание и прекратите лечение.